Яркий спортивный праздник устроил Тверской вагоностроительный завод для своих сотрудников в минувшие выходные. Состязания, приуроченные ко Дню защитника Отечества, проходили как в спорткомплексе «Планета», так и на свежем воздухе. Ни мороз, ни снегопад не стали помехой для участников этого матча, в котором на поле вышли две команды – воспитанников спорткомплекса «Планета», их родителей и тренеров. Два тайма по 20 минут в формате 6-6. Прекрасный футбол, который в зимнюю погоду, правда, все же имеет свои особенности. Меньше беготни, больше дела, больше включать голову. Все-таки летом ты можешь пробежать и спокойно резко остановиться. А мяч? Ну, у нас мяч хороший, можно играть спокойно. Этот поединок стал частью спортивного праздника, организованного вагонзаводом и спорткомплексом «Планета», в просторном зале которого в это же время проходили веселые старты. В них за победу в эстафете боролись 4 детские команды. Причем во всех смыслах слова пришлось попотеть на каждом этапе. Например, даже когда в руки приходилось взять самую обыкновенную клюшку. Самое сложное, наверное, ну вот это с клюшкой, шайбой. Потому что не каждый умеет и управлять, не каждому это дано. Организаторы праздника особенно отметили вовлеченность молодежи, что говорит о постоянно растущей популярности спорта среди детей. Мы замечаем, что все больше детей и молодежи стремятся к здоровому образу жизни. Это очень прекрасно. Это замечательно. И мы совместно с вагоностроительным заводом им в этом помогаем. А вагоностроительный завод оказывает нам очень большую поддержку. И на футбольном поле, и в зале СК «Планета» победила дружба. Футболисты сыграли в ничью 5-5. Детские команды заняли свои призовые места. Но призы получили все без исключения участники соревнований, что вполне логично. Ведь если человек занимается спортом, значит, он уже одержал победу.